Галира забанили. Все, в честь тех, кто скоро в армейку. Я солдат. Я не спал 5 лет, и у меня под глазами мешки. Я сам не видел, но мне так сказали. Я солдат. За один патрон, только я и Леон. Последний таких миллион. Я солдат. И я знаю свое дело, мое дело стрелять. Хуе, хуе. Я хочу две руны забрать, не знаю, в любом случае это надо сделать. Это второй левел мы. Он скорее всего тут, да? Нормально, нормально. Военный герой. Голос тебе знакомый. Ты случайно не лучшая земель мира? Ну, видимо, нет. Надо помочь Никсам, либо убить Спектру. Убили Спектру. С этим попробовать. У меня КД все. У меня вином, можно попробовать. Тут никак. Через 3 секунды будет замедлено. Я прилечу, да. Можно, можно. Не дотягиваюсь. Так странно, да, видеть такие итемы? Стики, конечно, на это и решают. Нам бы крипа кого-то, думал, было бы здорово. Может, и я? Мы отзонили этого. Не догорит, видимо. Классный герой. Главное, сбалансированный. Минут БФ. Нихера себе. Нормально. А почему Тайд на 6 левеле без рейвиджа? Ну у него потому что он первый прокачал скилл. Без него играл до этого. Смотрите, сильно очень. Он тут же. Вот тут. Помощь нужна. Если я сделаю, в принципе, пару итемов. Хотя бы какой-то даггер элементарный. Элементарный. То на самом деле будет все здорово. Предлик. Предбет. Предфлан. Преддоктор. Здорово, гост, еще раз. Да, жопу показывать не буду. Ребят, давайте подыпаем. Начинаем. Никс в Виндете, скорее всего, будет. Пощады. Надо вот этого героя убивать, я не знаю.
Нам нужно явно убить эту фею. Нам нужно хоть в одном файте Тайдхантера, чтобы рейвэдж хотя бы за 15 минут разок нажали мы. Будет здорово. Аккуратно. Би с третьими некрами. Тут еще герой. Они прям хотят меня. Боёбы. Тут такое. Найс, найс, парни, отлично. А теперь главное не умереть. Какие бычьи феи. Тинкер снижен. Ну да. Здесь фея. А вот это можно? Вот это ошибается. Темп, 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 темп. Мне нечем ее добить. Вот настоящая. Вот. Очень битая. 2-8-8, качественная игра. Все, ждем next ravage и думаю. Чего ты это за таланты? Говно. Я дам хил. Там глиммер есть еще. Аккуратно, Никс. Аккуратно. Она в сайленсе. Ой, хорошо. Это плохо. Без маны он. Ноль маны, наверное. Хорошо. Здесь. По-моему, он умирает. Тут еще виверна, аккуратно. Да, есть. Тут проблемы. Нормально еще. Отлично, все, это плохо. Ой-ой-ой. Ко мне нет. А тут Никс. Блять, пидорас. Он без маны. Ладно, найс. Можно пушить? Как земель в этом клатч? Нормально. Не знаю, как был играбелем, так и играбелем. Просто они сделали ему ГПМ на 20-м. Это очень тяжело. Но зато есть спел, который может дать тебе возможность фармить. Это Rolling Boulder Damage. Плюс 200. То есть тебе в теории нужно пожертвовать вообще. Вот я неправильно взял Silence 4. Надо было в 3 брать, скорее всего. Чтобы на 15-м левле, когда у тебя был талант, тебе был второй спел в 4. Я по привычке так делаю. Если на 15-м левле, у тебя 4 секунды кулдауна с дэмэджем 300, и ты за 2 спела, то есть 2 ролль булдера и 1 смэш, ты убиваешь пачку. Спокойно, все хорошо. Пока что самый сильный герой, кажется. Мы не прилетим. Тинкера нет, давай подождем уж тинкера. Это фея, короче, на данный момент. У меня нет детекшена. Лечу. У меня спел и КД. Ты убил. Уходи. Пожалел, что ли? Без мада. Не, ну чё, очень быстро некров собрал, а чё толку-то? Спектра на одной тычке, ой, фея в смысле.
А, так тут 85% damage reduction от Тайда. Себя спуржи досты, да-да-да. О. Я что-то сижу, думаю, он нажмет, нет. Ну короче, вот в чем суть, ты типа берешь, так нажимаешь, и ты почти пачку убиваешь. И второй раз ты убиваешь его. Вот весь фарм на героя. Просто быстро апаешь 15 и все. Что-то фит, парни. Там еще Никс пьется. Ой. Интересно, она Вижн так режет, конечно. Не за лейтом. В общем, вот вся суть этого спелла. Еще Каю берешь, и все. У тебя... Или можешь какой-нибудь... Вот есть даже смысл в линзе теперь, наверное. Ну, даже без Аганима. Ты аген? Здесь Ник сидит. Пушки. Я застаню. Да, застаню Никс. Бараки, я не смогу. Зайди сюда чуть-чуть. А то он воняет, что сидит там. Пахнет. Что на 20-м брать? На земле? Ну, если ты в говне, или игра затягивается там, за счет тинкеров, аркларденов. Не знаю, еще вообще не близится к концу ГПМ. Если нет, и у тебя все нормально, бери. Если уже есть итемы, 20-м, ну, 20-м левел. Бери этот, of course. Ну, типа, 15 по amplification работает исключительно роллинг болдер, который уже и так апнут. Поэтому... Явно он еще будет сильнее, ты еще быстрее отпушить начнешь. Бегай.